Сгорел, как спичка, деревянный дом вспыхнул в Магнитогорске. Полыхало так, что озарило всю улицу. Соседи погорельца проснулись от треска шифера. Огнеборцы не смогли спасти дом. Ближайшее отделение находилось в 10 километрах от места ЧП. Да и пожарных вызвали поздно. Крыши над головой лишился житель поселка Супряг. Кстати, в момент возгорания мужчины дома не было. Как сообщают специалисты, в его жилище была ветхая проводка. Нарушение правил электромонтажа пока остается основной причиной возгорания. А в Челябинске на улице Стальваров загоревшийся лифт едва не спалил жилую многоэтажку. На место прибыл пожарный расчет и скорая. Людей эвакуировали. Позже выяснилось, у подъемника загорелся мотор в районе 10 этажа. Обошлось без пострадавших.